Здравствуйте, друзья. Вы видите у меня в руках камеру GoPro, третью, которой вот я пользуюсь в автомобиле. И на ней теперь у меня новый элементик появился. Вот видите, сзади прибабахано. Это экранчик. Я решил приобрести экранчик. У меня были сомнения, что именно приобрести, экранчик или следующую камеру, следующую версию. То есть у меня была такая задумка, значит, чтобы видеть все-таки, что мы снимаем. Давайте я включу камеру. Ну, давайте так, поверну к вам ее вот так и нажму. Так, сейчас. Да, поехали. Вот сейчас камера зажглась. Вот вы видите на ней, да, что она показывает. Вот так. Стоит эта штука почти $100. И приходит она с набором. Ну, давайте я покажу набор. Секундочку. Так, значит, она приходит с набором вот таких коробочек. Видите, коробочки бывают с кнопочкой. Да, вот можно нажимать кнопочку. Приходит с дырочкой вместо того кнопочек. То есть можно напрямую нажимать. Приходит, честно сказать, не знаю, чем это отличается. В общем, такие коробочки. И экранчик просто вставляется в разъем. То есть ничего такого тут нету. Вот там, значит, в камере есть разъемчик, она в нее вставляется. Вот собственно, вот это оригинальная камера. Вот. И вот у нее разъем. Вот вы видите. Значит, и вот в этот разъем вставляется экранчик. Вот я на ваших глазах это делаю. Вот. Вставился экранчик. Вот мы здесь. Удобство состоит в том, что я могу прямо здесь, например, вот иметь меню и всякие дела удобно делать. Это очень здорово. Что еще? Здесь есть, вы видите, вход для... Я подозреваю, что это для наушников. В смысле, для наушников, я извиняюсь, для микрофона. Но я еще не изучал вопрос, но вот так, судя по разъему отверстия, по размерам отверстия, я подозреваю, что это для наушников. Или для микрофончика, или... Не знаю. Ну, в общем, сам по себе факт того, что дырка есть, лучше, чем если, например, дырки бы не было. Даже если ей не пользуешься. Вот такая у нас история. Вот... Ой, не закрылось тут. Нет? Ну, надо будет лучше, наверное, все это втыкать. Я еще тоже не приноровился. Думаете, я тут что вам... Тут такой Папа Карло, что ли? Вот. Все, вроде нормально. Вот. Вот такая вот фигулина. Единственное, что я вам скажу, вот оно теперь вместе раза в два тяжелее, чем была сама камера. То есть вот этот экранчик весит не меньше самой камеры. И у меня теперь беспокойство, значит, вот по поводу инерционности и как она себя поведет на той подставочке, что у меня в автомобиле. Не будет ли она там лишнего болтаться. В общем, такая вот у нас маленькая новостишка.